безусловно, поголовно. Помощник во всем. Разве не так? В нем каждый о своем. Количество энергии, эмоций человека завязано на телефон, он наш фон. Человеком, а телефон передает слова собеседнику во вторник, субботу, понедельник. Вначале было слово, слово носитель энергии. Через телефон можно проклясть, можно благословить элегией. Телефон — это забор. Это барьер между собеседниками. Покупаем чехлы и ставим заставки на экран. В виде фотографии удовольствие обман. Телефония — это агрегор. Это скопление энергии людей. Чем больше собрано, тем сильнее эгрегор. Сколько человек думает о телефоне ежеминутно, не сосчитать. Эгрегора. Телефония — это эгрегор.